Всем привет, ребята! Мы в игре «Кухонная лихорадка» и никуда же мы пойдем. Так, давайте мы пойдем, несчастный. Так, куда же нам идти-то, а? Сложный вопрос. Давайте, может, в китайский ресторан. А, это рыбный ресторан. Прошу прощения. Давайте сходим в рыбный ресторан. Посмотрим. Может, что-нибудь у нас получится. Я про это все забыла. Но в последнее время я что-то увлеклась в кафе для завтраков. Надо исправлять ситуацию. Так, рыбный ресторан, 21 уровень. И так, что у нас будет? Так, супчик ставим. Креветки бросаем, рыбу бросаем, мидии бросаем. Господи, это раки. Перепутала я немножечко. Так, кастрюлю для супа нам явно надо с вами прокачать. Так, опа. Так, что тут с лимоном? Так, мадемуазелька, тебе суп, тебе эту фигню даем, так, тебе петрушку даем. И так, что у нас тут? Просто рак и креветки. Так, рак и рак. Так, просто рак даем. Так, отлично, поехали дальше. Что там у нас? А, мидия, петрушка и лимон. Так, а, черт побери, сейчас все нафиг сгорит. Блин, уже сгорело. Так, что тут вторая мета и лимончик. Так, никого не потеряем, все будет тип-топ, ребят. Так, конечно, бесит эта фигня, которая поджарилась, но что поделаешь. Так, опа. И опа, и тарелка, и миди. Так, что у нас там? Это куча раков опять. Так, значит, сок, рак с лимоном. Как говорится, пока на горе рак не свистнет. Так, давай, поехали. Что тебе там? С петрушкой держи, сладкая моя. Так, рак с петрушкой держи. Шли дальше. Так, сок держи. Так, значит, рак с лимонами держи, сок держи, суп держи. Так, отлично, как раз ты мне практически когда нужен пришел. Так, давайте дальше, кто там по плану у нас. Так, лимончик, отлично, ракс и так. Лимон и, блин, Клинтон, да не то положила, а. Все, моя белая полоса закончилась, я немного ступила, не то положила-то, а. Какой кошмар, а. Ну вот надо было мне так опростоволоситься-то, а. Куда вы пошли-то, а? Кто эти раки будет доедать? Я не люблю раков, ребята. Да, ну молодец. Ну хорошо иметь мужа, который любит морепродукты. Слушайте, ребят, я практически прошла. Если бы я не ступила и немножко ускорилась. Даже без прокачки. Надо попробовать еще раз. Или не попробовать еще раз. Даже не знаю. Так, мне явно не хватает. Чего мне не хватает-то? Столов? Не, я на столы все равно не успею докладывать. Мне не хватает, наверное, супа. Так, кастрюля. Где у меня суп? Да, я знаю, что вы скажете. 18! Да что за суп-то такой, а? Это из чего он делается? Это какой-то кошмарик. 18! Нет слов-то, а? Какой пикак. А, цена 18! Блин. Ладно, давайте улучшим. А, боже мой. Хорошо, что я просто нажала, не подумав. 18! А, это самая моя дорогая покупка. Я дороже суп еще не покупала. Господи ты, боже мой, а. Какой кошмар, да? Так, короче, дело к ночи. Так, поехали, что там дальше? Это тебе дала. Так, давай. Опа, блин, Клинтон, да? Блин, Клинтон. Так, кажется, я растерялась, ребята, помогайте мне, я растерялась, кто что хочет, а? Так, и кто чего не хочет, так, лимон и петрушка, так, черт побери, я что затуплю-то, а? Блин, я хочу переиграть раунд, у меня как будто и нажимается, и не нажимается, да что такое, разнервничалась, что ли, а? Раки горят, какой кошмар, так, поехали вот так. Так, значит, первую отпускаем эту бабенцию.
этой фигней непонятной, которая хочет кучу раков. Ну, давайте, давайте, давайте. Так, и вот так, и вот так. Так, снимаем это сюда. И это сгорело, конечно же, а? Ёпарас, этой бантик сбоку. Я не умею так, чтобы у меня ничего не горело. Да, как говорится... Блин. Так, блин, Клинтон, опять раки горят. Какой кошмар, да? Так, петрушка, лимон. Черт побери, тебе что надо? Тебе смен... Да чтоб тебя, да я опять буду переигрывать, да ё-моё, тайм-менеджер по готовке-то, ёкарный бабай, а? Чё ж вы так много всего хотите-то, а? Так, петрушка и лимон, так, блин, Клинтон, так, петрушка, я, короче, решила, что я буду ложить только когда они пришли, хотят это, так, да что вы не даетесь-то, а? Блин, я не то даю, еще удивляюсь, что она не берет? Она раков заказала, а я ей сую. Что я ей сую-то? Так, не знаю, что я ей сую, но я ей сую явно не то. Так, кто тут куча всякой фигни хочет, типа помидоры. Так, а я ей куда дела? Он мне второе, креветки хочет. Креветки с лимоном. У меня сейчас все нафиг сгорит, у меня не такая быстрая рука, чтобы все это... Я начинаю опять заново. Дура, дура! Я что, запомнить не могу, что они не хотят мидии одновременно? Ну, не могу я запоминать эту фигню, потому что я ее не люблю. Так, кажется, моя рука дала мне... Так. Блин, Клинтон. Так. Так. Петрушка, и вот так. Поехали дальше. Кто там что хочет дальше? Так, петрушка и лимон. Так, отлично. Так, с раки, раки и мизи. И так, этому дала. Отлично. Так, чаевые я уже не получу ни с кого. Так, прелестно. Так, надо отдыхать, а то у меня, понимаешь, тут уже руки-ноги трясутся, какой кошмар. Так, мне даже в этой игре не хочется есть, ребят, реально, не жрать не хочется, потому что, ну как может хотеться эту гадость есть? Ну не люблю я морепродукты, ничего не могу поделать, реально их терпеть не могу. Так, что они хотят? Так, лимон и петрушка, так, сок хотим... Хотим сок, прелестно. Так, давай. Что у нас там дальше? Петрушка и руки. Не, у меня точно руки-ноги дрожат. Да что за фигня такая? Не должно такое происходить. Так, так, петрушка и лимон. Так, ёпарасете. Так, поехали дальше. Еще кто хочет? Так, раков ты хочешь, а ты суп хочешь, а у меня ни того, ни другого нету, представляешь? О, как раз, ты тарелку мне освободишь, и рак прибудет сюда на куличках. Прелестно, прелестно, так, раки и креветки. Так, раки, вызываем всех. Скажите, кто-нибудь хочет супчик? Так, я надеюсь, блин, Клинтон, да. Так, я надеюсь, что ты хочешь супчик. Так, креветки, кто-нибудь хочет креветки, нет? Так, я прошла? Yes, я прошла! Yes! Даже с двумя испорченными кастрюлями я прошла 25-й уровень. Честно, ребят, это было нелегко, но я это сделала, и это такой кайф, прям такой шквал эмоций. Помните, если долго мучиться, вы обязательно пройдете любой уровень, который вам не дается. Тренировка, тренировка, и еще раз тренировка, а я пошла что-нибудь поем нормальное. Хотя нет, не поем. Лучше я попью чаю. А то у меня как-то после морепродуктов есть совсем не хочется. Ну все, ребяточки, всем пока. Это был рыбный ресторан.